мы дали возможность всем. Так же самое мы хотим дать нашему городу возможность действительно выбрать профессиональную и неполитическую команду. Неполитическую, потому что нам не нужны политики. Политики все в Киеве. Нужны люди, которые будут каждый день думать. Нам нужен смарт-город, сити, умный город. Одесса всегда была самым умным городом. Мы сегодня не чувствуем это. Мы можем быть самым умным банком, мы можем хорошим классным университетом, музеем, предприятием, а должен быть город в целом умный. И мы свою душу, часть своей души и ума идем вкладывать в это. И, конечно, очень важно, чтобы одесситы поняли эту разницу. Не то, чтобы наобещали, кто больше наобещает. Мы говорим о том, что два года тяжелейшего кризиса. Вам нужны те люди, которые обещают за ваши же деньги сделать вам добро, или люди, которые в этот город принесут новые деньги, которые построят новые музеи, приведут кучу новых туристов, не будут пилить бюджет. Первое, что мы говорим, прозрачность. Прозрачность. Почему? Потому что нам не нужно от бюджета ничего.